Ну что, теперь надо швырнуться и отдать ему ружье. Ширнуться? Надо ширнуться? Ну, можно и ширнуться, только оскорбинкой. Да елки-палки. Кто ж такой? Вы чё, падлы? Да. Нападаете на беззащитную женщину. Жека, меня... Не только тебя. Да что так? Такое? Не дай мне. О, это... Фига. Черномазая, блин. Афроамериканка. Что там за стол? Вот крики какие-то. Ну спать. О, налетели, налетели. Гуси-лебеди. Так, 60 баксов и иди. Пендаля. Пендальфа. Пендальф, ё-моё. У меня скоро, блин, Логан задохнется. У меня тоже черная киска задохнется. О, а это мне. Что там тебе? Мне нужен. Нужен? Чё? Мне нужен металлолом. Ха-ха. Бумажник, бой. А мне нужно получить награду. Он там что-то нам... Может, он ружье нам подарит? Да. Отлично. Спасибо. Судный день настал. Грешники заплатят за все. Короткое замыкание. Фирменный какой-то мод, блин. Надо идти пробовать. Чё за хрень? Мод факел могу сделать. Так, все мы это... А, я тяжелую дубинку продать хотел, точно. Нифига. Как он там, короткое замыкание? Ну чё, нормалды? Все, теперь у меня... Серп с батарейками. И мужику надо продать. Так, дубинка. Вот. Да. Все. Теперь. Сейчас я тоже продам. Я готов лично отправляться на задание. Я спрятался. Я так и понял. Ну да, меня ж не видно за дверью, да? Так, ну что, крошка? Это знаешь, дети, ну, дети так здесь тоже берут, глаза закрывают и думают, что их не видно. Ну да, так. Новое задание, веры... Что там? Я не понял. Какая вера? А, нам обратно в церковь? Да что за, блин... Церковь? Беготня. Что за моетня такая? Суета. Бегаешь туда-сюда. Только здесь были. Неужели нельзя было по-русски это все сделать? Так. Обожаю запах напалма. Что ты сделал? Как он взорвался? Мне не хватало экстрима. А теперь не хватает хп. Сдавайся, мать твою, Тереза, Елена, или как тебя там? Вы проявили большую храбрость, спасая свою подругу. Она несет в себе огонь веры, и вы должны защищать ее. Мы благодарим вас за доставленные припасы. Наши дни в этом мире сочтены, но пока мы здесь, мы все еще можем творить богоугодные дела. Мачете, если вы действительно хотите стать угодными Господу, вот что вам придется сделать. Эта мерзость осквернила наше кладбище. Нам удалось похоронить тех храбрецов, что отдали жизни ради нашего спасения. Но их покой был нарушен. Господь нас желает, чтобы вы отняли освященную землю учеников дьявола. Вы выполните его желание. Да. Ни одна мерзкая тварь не должна нарушать святость этого места. Похоронить мертвецов. Чё там, крутое мачете? Ну, такое. Ну, я модернизировал.
В итоге то получается на ней пистолет, ой, пистолет урона, ну сколько, 600-700 с копейками, короче. Ничего себе, у меня 531 плюс 276. Ну я не понимаю, что значит вот это, плюс 276? Ну это улучшение. Да, или оно не каждый раз выскакивает такой урон? Не, это улучшение. Блин, ну ладно. Да? Гоу! А, кстати, мы ж можем лишнее оружие оставлять на хранение. У меня с контры привычки тут, короче. Выскакивает, скажу, когда я бегаю. О, Иван Иванович, не подходи к нему, я сейчас его буду сжечь. Отходи! Сейчас будем сжечь по полной. Смотри, как Молотов работает шикарно. Гори, я... Меня зачем поджег? А где ты? Ты же сзади меня был. Ты вообще в огне стоишь. А я не горю. Самое смешное. Ну, то есть я как бы стоял в огне и не горел. А, вот сейчас горю. Мясо? Жареное мясо? Блин, зачем я это взял? У меня, короче, с контры привычка, типа, кнопочку F клацаю, кнопочку Q клацаю, бегаю. И этот, колесик кручу вперед-назад. Вот эти привычки, так, конечно. Справа. Мама моя. Сзади, ё-моё. Где? О, здрасте. Пойдем мочить здоровяка. Так. Да короче, поговори с моим дружком. О, да. Кстати, очень... Спокойной ночи. Очень классно. Ты его, скажем так, обезвреживаешь. Да. Так я ему еще крита, короче, с топора 1000 с копейками дал. Крутяк. 1500 где-то. О, какие люди. Фига, женщина. Что такое устойчивое? Гироскоп хороший. Не, ну мне топор очень понравился, конечно. Давай попробую вот эту мачете новую. О, вот там товарищ большой, да? Да. Надо его сжечь. Отдыхай, дяденька. О. Так, что тут? Мужчина. Верните нож! Да ё-моё. Так, мусоренький, что тут? Есть что полезное? Клей? Кто-то выкинул целый тюбик клея. Обалдеть. С ума сойти. А, всё, мы закрыли, зачистили? Да, нам теперь надо к матери Елене. Тереза. Ничего не запрятано. Увы, но нет. Так. Блин, вот это я сейчас сделал. Забежал, добежал до двери и закрыл ее. Очень хорошо. Вы совершили праведный поступок. Праведный поступок? Кувалда Габриэля. Кульвальда. А ну-ка, где моя кульвальда? Это что за... Урон такой, не фонтан, конечно. Но я все равно опробую это орудие. 397. Ну я, если честно, я не в восторге. Она двуручная получается, да. Не для наших персов. Поэтому мы ее... Ну и урона у него там. Не фонтан. Дубина сильная. Хорошо звучит. Да, насильная. Так, мне нужно патрончиков сделать же.
Так. Для этого мне нужно купить металлолома. Ну ты утомил, блин, со своими патронами. Ну ты пока это там делай, я пойду перетру здесь. Мужик что-то хочет. Узнаю. Запах смерти. Тут так много трупов. Посмотрите на них, они начинают разлагаться. Их нужно закопать, но голыми руками столько трупов не закопаешь. Чё ты, отвратительный серп? Найдите лопату для Оуна. Нет. Им нельзя тут просто так гнить. Это неправильно. Детергент есть. Хорошо. Все можно купить. Нет, чтобы просто продавать патроны, дебилы. Они решили эту проблему в следующей части. Да, я заметил. Так, хорошо. Все подъели и... Мужику мы не будем помогать, потому что... В общем, мы злые, недобрые. В общем, впадло мне за 1500 опыта искать ему лопату. И какой-то там... Нашел он в сраку. Он еще нам Ой, какой-то... Ой, я не хотел ему такое говорить. Но... Отвратительный серп нам предлагал. Лучше бы он превосходный какой-нибудь серп нам предложил. Мерзавец. Да она что, уже муркает тут стоит? Все, прыгаем в машину. Давай. Эй-эй-эй-эй-эй! Эй! Да ё-моё! Оп! Так, да. Надеюсь, она не сгорит там. Ты, блин, курица! Прицепилась ко мне. Фу. Так, давайте сложим слово «счастье» из кубиков. Да блин! О. Горящие зомбари меня заколебали. Ширнулся теперь. Так, сюда. О да! Сейчас проверим, что здесь. Здесь баллон. О, закуска. Отлично. Так, ну что? Подать в машину? Сейчас, да, в машину. О, я за рулем, оказывается. Мне аж не видно из этой машины, ёпт. А ты на ощупь едь. Да ну ладно. А куда ты говорил? Назад садиться прикольно, да? О, да. Прикольно. Тут можно стрелять в затылки пассажирам, да. Нормально. Смотри, сейчас буду тебе в голову стрелять. Больно? А, подождите! Я вышел случайно. Все, я сел. Я так понимаю, ехать там по полосе по вот этой? Ну, задание у тебя же стоит какое-то. Вот едь по нему. Вот мне сейчас сюда показывают. Да, да, все верно. Сейчас будем, наверное, перевозить всех куда-нибудь. Или что-нибудь там делать. Зомбаритники. Да не, ну вот этот броневичок классный. Побольше бы таких. О, еще можно пересаживаться. Ха! Видали? Какие у меня педали. Ой, тормози. Там что-то надо было отнести назад, назад, назад. Вот тут флажок. Сейчас мы узнаем, что там дядечке надо. Все. Ему что-то нужно было принести. И походу у меня это есть. Я хоть раз под воплением себе несколько бутылок О, слышишь, тебе коктейли Молотова нужны? Принеси. Нужны. Так вот, принеси здесь можно несколько... обменять алкоголь на коктейли. Принеси мне несколько... Принеси мне несколько бутылок виски, я сделал... Я никуда не пойду.
Только не плачь, мужик. Принеси. Принеси мне несколько бутылок виски, и я буду счастлив. Мне нужно... Эх, не могу оставить дверь закрытой. Ага! Ты здесь. Никого. Ладно, пойдем? Не уезжайте без меня, я пригожусь вам. Девушка, девушка, передайте за проезд. Так. Дальше нельзя. Не, мне так нравится, как он пересаживается назад, вперед-назад, прям моментом такой. Телепортация с сиденья. Нормально. А как бы, если в бок, то он анимацию проигрывает. Пересадка. Оп! Оп! Я что-то не вижу, чтобы зомбари пролетали. А, да, вижу. Чтобы они пролетали внутри салона. Да это никуда там. Не туда, не туда, не туда. Да. Так, кого убили? Стоп, они мне никуда не показывали сейчас, куда это. А! Я опять вышел! О, я сел, фу! Направо тема у нас сейчас. Ты куда-то вообще заехал, жесть. А вот теперь налево. Да. А, нам надо на спасательную станцию, ё-моё. Ты чё, попутал чё-то, а, паря? Дави гада. Во. Я смотрю, кто-то отвык от управления, да? Направо. Да тут просто ни хера не видно в нем еще. Решетки, решетки. Да нормально. Я даже с заднего сиденья вижу, куда ехать. А в окошко, так это вообще милое дело любоваться. Ох. Ох. Ой. Занесло. Я же говорю, ни хера не видно. Меня занесло, что ли? Реально занесло? Ну так, слегонца. Топорно, без физики, но я бы охарактеризовал это именно так. Все-таки я дрифтанул, мальца. Это я дрифтанул на заднем сиденье. Выгружаемся. Нифига, меня чуть не сбило. Так. Ни одно доброе дело? Прекрасно. А чё там, куда идти-то? Слава богу. А, они вот. Здесь совсем отчаялись. Слава богу. Я думал, всё потеряно. От голода народ начал сходить с ума. Уже стали поговаривать о том, чтобы есть трупы. Но ведь тогда мы все превратимся в этих тварей, верно? Того, что вы привезли... Того, что вы привезли, нам хватит ещё на пару недель. Жаль, что не все дотянули. Но вы, наверное, хотите узнать, нашелся ли тот парень с радио? Ну, ладно. Конечно. Увы, порадовать ничем не могу. Я уже говорил вам, что нашей рации не хватает мощности. Доминик с ребятами пошли в отель, чтобы попробовать тамошний передатчик. От них не было никаких вестей уже двое суток. Вы наша последняя надежда. Вы должны найти Доминика. Надеюсь, что он еще жив, потому что кроме него... Антенну наладить никто не сможет. Да, ну чё, доступно объяснил. Ты чё там буянишь? А? Ну я тебя спрашиваю, чё ты там буянишь? Да не. Нет, не ты. Зачем ты по голове бьёшь пистолетом? А, ну, воспитываю. Так. Получается, нам сейчас нужно отправиться с тобой в отель. Давай, пересаживаемся на более легкий транспорт. Ага. Чё, занято, да? Да. И поехали. А у меня-то права липовые. За ананасы купил. Нормально. Так. Интересно, я через лобовое стекло выстрелил.
Но стекло не разбилось. Да, есть такая тема. Но это еще не самое интересное. Самое интересное — это стрелять через броневик. Ух. Так, вроде верно. Ну, молитесь за почки. Да. Но здесь хоть можно поездить в удовольствие. Это меня в том районе уже напрягало, вот это пешком да пешком. А район пешкодральный. Ага. И одна машина, наверное. Ну, привет. Ой, помнишь отель? Это ж отель. Так нифига у него дверь твердая. Ай. Что здесь зомбарей прибавилось? Тебе не кажется? А я ну, тут проезжал. Взрывной, взрывной, взрывной. Слева, стреляй. Подожди, а чё она мимо так стреляет? Я не попал в него. Дело в том, что... он близко, я не могу туда стрелять, назад! Во! Так. Отлично. Отлично. О, это здоровяк, что ли? О, да. Так, ну ты, конечно, тут вообще мастерски как-то проезжал. Я умру. Не пускайте его ко мне. Умер? Все, да. Понятно. Что тебе понятно? Вот мне ни хрена не понятно. Теперь твоя очередь ехать. Если бы я еще знал, где тут, что тут? Ну... А куда нам ехать? Вообще налево. А, нам налево? А, ну все, тогда поехали. Ну поехали. Вот, вот так, вот так, вот так, вот так. Так, давай, давай, ну что ты? Что-то ты застрял нормально. Как-то тут немножко. По-моему, ходовые качества автомобиля упали. Не-не-не-не-не, сейчас все будет. Можешь мне выйти? А тут зомбарь просто, он тебя это... толкал в обратную сторону. Вот падла. О, я знаю, как вот так. Вот. Конечно, давно пора. А мы, кстати, уже приехали. А, да, так нам сюда. Да. А я тебя о чем? Чуть меня не задавил. 10 минут уже, и где он? Сто четыре и восемь, отвечайте, говорит отель. Может, попробуем снова через час? Через час? 104,8, вы здесь? Вы нас слышите? Говорит 104,8. Да, да. Ну тогда держитесь 104,8, потому что мы идем за вами. Если предложение еще в силе, конечно. Конечно! Я вызову вертолет и нас эвакуируют на ближайший авианосец. Но сперва вам нужно попасть сюда. Колеса у нас есть, бензин тоже, доберемся. На колесах не получится. Почему это? Где вы, черт возьми? Океан видите? Остров на горизонте. Если бы у вас был мощный бинокль, вы бы увидели, как я машу рукой. Но там же тюрьма. Вы вообще кто? Узник? Признавайтесь. Меня зовут Райдер Уайт. Я полковник СООП. Силы обороны острова Баной. Я отправился в тюрьму за своей женой. Доктором Эмили Уайт. Мы можем поговорить с ней? Что-что? Повторите. Мы хотим с ней поговорить. Я же сказал, она в беде. Ее покусали зараженные, она пыталась им помочь. Вылечить их. Я это все только от нее знаю. Послушайте, вы хотите разжалобить нас. Говорите про жену, а потом обещаете помочь выбраться. При этом вы в тюрьме. Естественно, у нас есть подозрения. Ну а как, по-вашему, я нашел вас в отеле? Я полковник СООП, а не бандит в клетке. А почему вы не вызовете своих? Не свяжетесь с флотом. Слышите, какой плохой прием? Надвигается муссон. Флот в 80 милях от берега, в центре шторма. Спутник не пашет, мы отрезаны. Есть еще вопросы? Он говорит правду. А ты-то откуда знаешь? Она не просто девушка с ресепшена, так? Времени мало, так вы выдвигаетесь. Думаю, у нас нет выбора.
Но сначала нам придется найти лодку. Нет смысла. Это Баной. Тюрьма окружена минным заграждением. Вам нужен проводник через бункеры внутрь Домингенды и найти контрабандиста по имени Моуэн. Он знает дорогу. Бункеры? Японские бункеры, оставшиеся с войны. Они почти все уничтожены, так что вы без проблем пройдете. Они ведут вглубь. Ладно, Уайт. Мы поверим вам на слово. Но если это подстава, я лично вам башку прострелю. Доверьтесь мне. Теперь только мы и... Мы на связи.